вообще эта проблема, вообще любая проблема с грехом, если ты не можешь освободиться, молишься, постишься, там, перед Богом каешься, проходит время, а ты опять это делаешь, это говорится о том, что необходимо, в Слове Божьем написано, признавайтесь перед друг другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вот это признание, когда ты говоришь, это перестает быть тайной. Когда ты освещаешь эту сферу, то в этой темноте уже не может жить зло. И в этот момент есть шанс у Бога исцелить этого человека. Поэтому я рекомендую этой девушке найти священника, найти женщину какую-то, женщину, которая может за нее потом молиться. И тогда у этой девочки будет шанс реально получить свою свободу раз и навсегда.